Всем доброе утро. Доброе утро. Мы сейчас будем завтракать. У меня яички. Яички. Яичница. Яйца. Яйца. Вот. А у меня овсяная каша. Кашечка. Да, с сыром и кофе. Да, так что и вон хлебушек, как же без хлеба. Ой. Так что всем приятного аппетита. Приятного сейчас будем. Ёлку видно. Ну ладно. Пусть будет видно. Сегодня уже видно будет. Ладно. Вы все увидели. Вот ёлка. Ребята, к нам только что приехал наш друг, завез свой новый компьютер. Кстати, что? Ничего. Ну? Че молчишь? Сейчас нам нужно... Этот ноутбук идет без SSD-диска. Потому что модель с этим же диском стоит на 350 евро дороже. А хотя этот жесткий диск можно купить за 100 с чем-то. За 100 евро. 120 евро. То есть экономия 200 с лишним евро. Это за то, что просто открутить несколько болтиков и вставить, это... Несерьезно как-то. Вот. Вообще, ну, мы нашему другу посоветовали вот такой вот компьютер, как у нас, вот мой стоит, и вот они тоже заказали этой же фирмы, только модель другая, да? Да, ну, более новая. Новая, да, более новая модель. Так. Вот, так что Ваня сейчас будет все устанавливать. Ваня у нас сегодня на учебу не идет, у него нет сегодня уроков, и он у нас сегодня дома будет заниматься вот... компьютером. Мне а Пума сидит и наблюдает. Практику надо делать, поэтому как бы... Ну, как бы не будет уроков, но нужно будет поделать дела. Угу. Всякие разные. Так что Ваня вот сейчас это будет устанавливать, там куча всего. Болтик один забыл. А я уже сижу, монтирую видео. Да. Дела кипят. Кипят дела. Так, для тех, кому интересно, покажу, что здесь внутри, раз уже разобрал, думаю. Короче, здесь идет у нас жесткий диск, который идет на 1 терабайт. RAM сюда можно добавить. Потом еще 3, как они называются, место под маленькие эти жесткие диски, которые вот этот мы будем ставить. SSD. Батарея. Интеграда. Батарея не снимается. Ладно. Привод. Ну и там потом покажу, какие характеристики. И мы снова в лифте. Сейчас мы едем к Ваниным родителям. Там посылки пришли, нужно забрать. И хотим распечатать мне на учебу документ просто. У нас закончилась краска, мы заказали, но она придет только завтра. А сдать мне работу нужно сегодня. Вот, так что мы сейчас поедем, распечатаем. О, посылку кому-то принесли. Это не надо, что мы на этот раз. Кстати, когда я разобрал ноутбук, я увидел, что я не тот жесткий диск заказал. Короче, его сейчас нужно вернуть. Ну, может, другой заказать. Да, сейчас он просто это подвезет нашему, ну, другу, и уже у него завтра утром заберут эту посылку и отвезут обратно. Вот. Ой, как у нас солнечно. Хорошо сегодня. Ой. Отлично, все, едем в далекие края. Сейчас я посмотрю расписание, что если с нашей станции, то у меня поезд в 2 часа. А если с Сабаделя суд, надо посмотреть, во сколько у меня там приезжает поезд. Все, мы уже приехали, смотрите, нам пришли посылочки. Итак, первая за от кого? Светлана Ябрянцева. Света, откуда? С России? Так. Да, Россия, вот написано. Все, открывай. Что там? С другой, наверное, стороны. Вообще, это тебе. Ну, я буду снимать, а ты открывай. И еще нам еще одна большая посылка пришла тоже от подписчиков, да? Ножницы. Есть ножницы? Есть. Ладно, я уже открыл. Ух ты! Это те, это та девочка, которая... Ну... Обалдеть! Блин, это смешно. Держи камеру. Тут не один рисунок. Ух ты! Боже, какая красота! Ух ты, вау!
Ух ты. Девочка-талантище. Просто жесть, как круто. У меня еще не было столько красивых портретов. Это все мое. Спасибо большое. Блин, как ты круто рисуешь. Обалдеть просто. Это у меня тут не побритый. Классно, классно. Огромное спасибо. Просто невероятные рисунки. Класс. Вообще суперские. Спасибочки еще раз огромное. Не рисунки, это ж... Это портреты. Портреты. Портреты, работы. Рамочки это крас... осталось купить. Да, вот это, кстати, красками нарисовано. Да. Смотри, все красками сделано. Угу. Класс. Осталось супер. Рамочки купить. Да. Ага, всю квартиру обвешать Катиными портретами. А там больше нету? По одной тут? Не, ну с одной стороны? Да. Класс. О, круто. Ну, ну и тут давай... еще одна у нас посылочка. Да, давай, теперь давай... ты это открывай. Ну это большая посылка. От кого она? Ну, это в комнату накрывать. Пусть там будет. Стоп, это не подписчики. Нет? Нет. Ребят, все, я уже в Барселоне, уже я немножко опаздываю. Опаздываю на учебу, потому что опоздала на поезд. Вот, сейчас лечу на урок, на пару. Вот. Кстати, девочка, которая выслала нам рисунки, а мы потом уже с Ваней до нас дошло, что эта девочка выиграла нашу сигну летом. Помните, группа Цитат делала конкурс на сигны, на сигну от нас с Ваней. Вот эта девочка выиграла, у нее была самая лучшая работа. Вот она нам их выслала. Вот. Ну что, вот такие вот делишки. У нас довольно тепло на улице, солнышко. Так грязно, ветер, вот прохладный воздух очень. Ой. Все, лечу на учебу. Смотрите, кто у нас заработался. Монтировал, монтировал видео и уснул. Ребят, я проснулась. Сейчас 11 или 12 часов ночи. Сколько сейчас время уже? Время 12. 12, а я... Ой, я только встала. Я только встала, представляете? Ой, моя сладенькая тут спит. Она спала со мной. И ушла от меня. И ты от меня ушла. Мы тут с Пасяней лежим и думаем... Может, нам чай попить, раз мы уже выспались. Дело в том, что я несколько дней уже не выспаюсь, очень, очень сильно не высыпаюсь, просто конкретно так. И я смонтировала одно видео, ну, вернулась с учебы, мы поужинали, покушали, я села, смонтировала одно видео, еще у нас включено отопление, и я согрелась. И понимаю, что я монтирую последние кусочки и киваю уже вот так вот. Поэтому я легла и уснула. И только сейчас проснулась. Но зато я выспалась. Не знаю, что я сейчас буду делать. Наверное, буду дальше монтировать. А потом уже опять лягу спать. В общем, зря я, конечно, выспалась. Потому что это сбило мой график вообще абсолютно. От А до Я. Ну ладно, будем что-то делать. Да, Пусяня? У меня будет режим, как у кошки. Будет режим, как у кошки. Такая красотка. Кстати, вот это вот светится у нас. Мы же украсили спальню. Я же вам еще не показывала, как мы ее украсили. Вот. Это видео выйдет на бьюти-канале. Вот я как раз занималась этим видео. Ой, не могу не зевать. Вот, мы снимали на GoPro-шку, мне нужно было файлы скопировать и провести через специальную программу от GoPro. Вот, но я этого не сделала, я только скинула файлы на этот, на компьютер. Так, Пуся, ты там вылизываешься, я тебя снимаю. Ладно, пожалуй, Пума ушла, она сказала, ну тебя, Катя, я пошла делать чай.
Слушайте, я здесь клацала, и теперь не мигает этих, нету, если не знаю, если вы заметили, мигала картинка, сейчас не мигает, и это круто. Вообще мигает из-за гирлянды, которая у нас тут висит, у нас все камеры мигают, ну, как бы такие вот непонятные такие штуки были. Вот сейчас я тут вроде полазила и вроде настроила, теперь не мигает. Круто. Ребятки, я вот уже здесь села пить чай. Ваня чай не хочет. В общем, я уже 100 лет в обед не ела хлеб с маслом и с вареньем. У нас, оказывается, дома было варенье. Малиновое и клубничное малиновое. А, нет, это малиновое, а это красные ягоды. Тут клубника, малина, смородина, вишня, черешня. В общем, всякая вкуснота. Чай сделала. И вот сейчас буду трапезничать вот так вот немножко. Так что всем приятного аппетита. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку-ку! Короче, у нас уже скоро утро. Да не, шучу. У нас всего 2 часа утра. Вот, мы собираемся идти спать. Катя уже нас полвечера проспала. Сколько ты уснула? Часов 9, да? Да, где-то в 9. С 10 до 12 ты поспала, за часика 3. То есть ты хорошо поспала. Ну, хочется самый спать? Прикол, да. Хочется. Ну, спать. Потому что ты мало поспала. Вот, но я завтра рано тоже встану. Смотри, как у меня быстро выводится с GoPro. Что, медленно? Ставлю на ночь, и я надеюсь, до утра выведется. Потому что там 60 кадров стоит. Mm. Он очень долго. И уходит. Там он очень длинные куски, по 15, по 20 минут. Поэтому тоже. Mm-hmm. Я уже смонтировала только что Нутеллу. Mm-hmm. Тем более ты сейчас сразу в 2 проекта выводишь. Сейчас оно выведется. Я уже смонтировала. На завтра утром выходит украшение елки? Да, квартиры. Украшение. Да. В 9 утра выйдет. И сначала выйдет влог. И потом уже украшение. Понимаешь? Понимаю. Ладно, короче, всем спокойной ночи. Спокойной ночи, ребятки. Да я тебе покажу. Не. Ну, только я, ну да. Не. Ну все. Да. Не. Давай ты тоже попрощаешься. Ну, так я говорю, всем пока. Я тебе покажу. Всем пока. Всем пока. Ты умеешь? Всем пока. Нет, так не умею. Не, а ну-ка, видишь. Покажи еще раз. Всем пока. У меня не получилось. Ладно, ребяточки. Всем спокойной ночи. Царина полно проснулась, пробудилась. Угу, молодец. И опять спать. Она как я, точнее я как она. Все. Пока-пока. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.